Аллея выпускников появилась в Щербактинском районе. Здесь же был проведен марш парков, так называется международная природоохранная акция. На улице Шарбакты ученики всех школ Щербактинского района. Они, участники марша парков, выступают за охрану окружающей среды и хотят гордиться природой родного края. Чуть позже в районном доме культуры школьники стали свидетелями подписания меморандума между акиматом Щербактинского района и государственным лесным природным резерватом Иртыш Орманы о сохранении и приумножении лесного и природного богатства. В Щербатинском районе продолжается месячник по благоустройству и санитарной очистке. В сельских населенных пунктах высажено 14 800 деревьев, говорит Балгабай Ибраев. Аким области объявил 2018 год годом экологии. Соответственно, мы проводим множество мероприятий. Одно из мероприятий – вот сегодняшняя международная акция «Марш парков». И эта акция дальше будет продолжаться. И это все дает толчок в сохранении природных наших богатств, и также она дает патриотическое воспитание детям. Марш парков – международная акция, которая проводится с 1996 года. Мы также подготовились 500 саженцев сосны, технику для посадки. К слову, Балгабай Ибраев и Куандык Байболов приняли участие в посадке саженцев сосны на аллее выпускников. 11-классники Щербатинского района высадили 100 деревцев. Никита Косолапов надеется, что в скором времени вокруг Шарбакты появится свой сосновый бор. Через 5-10 лет нам будет интересно посмотреть, какие всходы у нас получились, насколько быстро выросло. И надеюсь, что следующее поколение, следующий выпуск продолжит это засаживать, будет красиво. Ну а о нашем осталось только построить дом, создать семью, так как мы уже дерево посадили. В этот день в рамках марша парков Шарбакты всего высадили 500 саженцев сосны. Помимо выпускников, свой вклад внесли госслужащие, ветераны труда. Мурат Ибламажит, Досымбек Токай, Иртыш Акпарат из Щербактинского района.